Приехал к нам молодой композитор из Санкт-Петербурга, Александр Локотруб. Пишет музыкальное произведение большое, под названием «Лев Толстой». Мы не слышали еще пока, но вот давайте все вместе это сделаем. Чтобы было представление о хронологии частей в сюите, я хотел бы их вам назвать. Первая часть называется «Раздумья», затем прозвучит «Бал», последующая часть называется «Сомнения», далее прозвучит часть «Хрупкий мир», потом вновь повторится основной лейб-мотив, который тоже называется «Раздумья». Далее будет тема под названием «Война». Потом прозвучит тема «Токката предчувствия». Затем будет «Элегия». Потом «Река времени». И завершит часть «Апофеоз» «Эпилог». Thank you.
премьерно исполнить сюиту «Лев Толстой» в родовом имении великого писателя. Очень талантливо, очень как-то было гармонично, органично. Две последние темы вообще меня пленили. Спасибо за... Да, правда. Перешли ссылку, просто чтобы да. Спокойно мы как-то... Ты еще будешь дорабатывать, да? То есть я имею в виду, что ты еще будешь расширяться как-то, да? Да, я хотел бы расширять, да. Да, и, скорее всего, будет симфоническое еще исполнение в Петербурге. Угу. Вот я на всякий случай сообщу, если у вас получится. Хорошо, Саша. Спасибо, Владимир. Спасибо. Очень красиво. Рад, что это звалось.